Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». 20 спортсменов в 10 весовых категориях. Лучшие боксеры и первокурсники архитектурного университета собрались биться за медали турнира в памяти заслуженного тренера боксера России Николая Краснова. Про него рассказывают, что он не только учил детей боксу, но и поддерживал и воспитывал их вне ринга. Данный турнир я организовал в 2007 году, как пришел сюда работать. В честь и в память заслуженного тренера Николая Краснова. Хороший был, заслуженный работник. И можно сразу сказать, что он всегда любил молодежь. С этой темой мы шли дальше. Турнир, посвященный Николаю Краснову, в этом году стал юбилейным, 10-м. Пока в каждой весовой категории проходит только один – финальный бой. Но со временем организаторы рассчитывают, что соревнование вырастет в полноценный турнир. Я бы хотел, чтобы он, конечно, превратился этот турнир в хороший, полноценный турнир. Не один день и не как матчевые встречи, а как турнир трехдневный, четырехдневный с бронзовыми призерами. Самыми сильными, как и ожидалось, стали студенты кафедры физического воспитания. Они выиграли 4 золота и 3 серебра. Второе место в командном зачете заняли земельщики, забравшие 3 медали высшей пробы. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!